Добрый день. На продажу выставлен жеребчик темно-серой масти. Родился 22 апреля 2021 года. Его отец – серый жеребец арабской чистокровной породы по кличке Эль-Наир Терск от Эль-Фарида и Неветты. Он внук всемирно известного экстерна, национального чемпиона Польши, чемпиона Кубка всех наций, чемпиона Европы, чемпиона мира, бессрочного обладателя Орт Арабиан Хорс Организейшн Трофи, который присваивается лучшей арабской лошади в каждой из стран, членов Всемирной Организации Арабского Коневодства, объединяющей более 60 стран мира. Мать жеребчика – кобыла вороной масти по кличке Сангрия, от Гарольда и Сабины. Гарольд, вороной жеребец арабской чистокровной породы от Джаза, скакал в Пятигорске в возрасте 2-3 лет. Из 10 стартов занял 2 первых, 1 второе, 1 третье и 1 четвертое место. В том числе он выиграл осенний приз. Его отец Джаз хорошо скакал в возрасте 2 лет. Из 3 стартов 3 победы. При покупке заключается договор купли-продажи и договор на перевозку до места назначения. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК, все чипированы. На каждую выдается паспорт в НИИ коневодства установленного образца. Мы можем оказать помощь в организации перевозки лошадей во все регионы России, а также в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По вопросам покупки жеребчика обращайтесь по телефону WhatsApp или Telegram.